Всем привет, с вами Лилия Донскова, и будем сегодня пробовать делать новый маникюр с двумя оттенками, белый и синий. Берем чисто белый лак, наносим на уже подготовленные ногти, обработанные, естественно, чтобы у них основа была. Так. Далее, прям сразу же нанесли вот слой лака, берем синий или любой цвет, какой хотите. Можно розовый взять, можно взять какой-то красный. То есть на ваше усмотрение. И наносите вот так вот несколько точек. Выкладываете пожирнее. Я делаю сама это первый раз, поэтому будем вместе пробовать. Так вот эту точку побольше чувствуется надо. Оп, переборщила. Ну ладно. И берем вот так вот и начинаем аккуратненько смешивать. И вводим по кругу. Оп! Все, вот такой необычный накаточек у нас получается. Смотрите, как красиво. Естественно, когда он подсохнет, вы берете такой закрепитель и сверху обязательно красите, чтобы было завершение и чтобы маникюр долго держался. Спасибо за внимание. С вами была Лилия Донскова. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новостей. Пока-пока!